The next fight in the weight category over 93 kilograms. Дамы и господа, четвертый бой нашего вечера в весовой категории свыше 93 килограммов. Встречайте бойца в красном углу. Он представляет Бразилию. Please welcome to the red corner fighter from Brazil. Fernando Santo Forte Rodriguez Jr. И вновь тяжеловесы выходят в ринг, и первым этот путь проделывает Фернандо Родригес Джуниор по прозвищу Санто Форте. 32-летний бразильский атлет из Сан-Паулу представляет команду 11 ММА и профессионально выступает с 2012 года. Первое время дрался на родине, периодически ездил в Японию и к 2016 году выиграл 10 поединков, проиграв лишь 2. Please welcome to the blue corner his opponent from Russia. Встречайте, Кирилл Корнилов! Кирилл Корнилов на ваших экранах по прозвищу Кирюша. 28-летний боец из Санкт-Петербурга, представляющий команду «Сечь Про». Сегодня дебютирует как профессиональный боец ММА, но пусть вас это не смущает. Тяжелая весовая категория. Кирилл Корнилов против Фернандо Родригеса Джуниора. Причем так слегка снизу он его бьет и правый попадает. Заметьте, даже нет попытки. Это нокаут сейчас будет. Идет вперед. Нет, выстоял. Вот это да. Подсказывают секунданты Кириллу, что необходимо работать серийно. И вот сейчас двойка зашла. Хорошо, с разворота по печени, не ожидал этого Кирилл. Да, ложные выпады Фернандо Родригеса, как правило, не работают. И вот это нокаут! Около 3,5 минут понадобилось Кириллу Корнилову, чтобы расправиться с соперником и отправить его в глубочайший нокаут. Причем этот удар не выглядел сильным. Давайте сейчас смотреть повторы. Приводит себя тем временем Фернандо Родригеса. Очень глубокий нокаут. Тяжелейшее попадание. Смотрим, как это было. Да, опустил руки и получил удар прямой навстречу. Но... одной левой выиграл этот бой Кирилл Корнилов. Это тяжеловесы. И здесь, в общем... многие обладают просто сокрушительной силой ударов. До сих пор не может прийти в себя Фернандо Родригес. Дамы и господа, ваши аплодисменты бойца! В общем, поздравляем Кирилла Корнилова с успешным дебютом. Это